Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И сегодня, возможно, последняя серия легендарного проекта «Путь Стар». Да, друзья, потому что сейчас на аккаунте 80 из 82 бойцов, ребята! Остается собрать только двух мифических бравлеров. Это у нас Арти и Виллу, но прикол в том, что именно сегодня мы с вами заканчиваем Бравл Пасс до конца и собираем все призы Стар, которые здесь только есть, и их будет очень много, и возможно в одном из них, ребята, нам попадется один, а возможно и сразу два бравлера, и если мы сегодня выбьем двух мификов, то проект закончится именно на этой серии. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, ставьте как можно больше лайков, не забывайте подписываться на канал. А еще я хочу напомнить, что у нас сегодня есть бесплатный мегаящик, который мы с вами заработали, который мы с вами проголосовали. Дальше у нас будет еще куча мегаящиков. И, кстати, нужно проголосовать. Что выбрать? Два мегаящика или 12 призов Стар? Мне интересно, я выберу мегаящик. Что выбрали остальные? 62% за мегаящики. Ладно, я понял, все любят мегаящики. Но если вы любите гемасики, если вы хотите донатить в Бравл Старс, а донаты, вы знаете, не работают в Бравл Старсе, то есть специально, официально, мой личный сервис Robzi Shop по ссылочке в описании. Залетаете, нажимаете купить, выбираете Бравл Старс, выбираете нужную акцию, нужный товар, вводите данные суперсвой ID, оплачиваете, и вам приходит код, вы скидываете боту, и вам все зачисляют на аккаунт. Вот эта акция, ребята, пока еще доступна. Спешите, покупайте. Ну а сейчас мы с вами идем, сделаем несколько карточек. Тем более, если сегодня у нас парное ШД, которое я ненавижу больше всего в мире. Но здесь у нас сегодня в парном ШД, если не ошибаюсь, 3 квеста, плюс 2 квеста на броню, плюс квесты на урон. Короче, у нас куча квестов нормально делается. И даже за одну победу мы уже получаем 2 приза Стар. Это дополнительно к тем 24, которые мы с вами получим на пути Бравл Пасса. Что вообще прям шикарно. Так, и где-то здесь у нас бегает еще и Бул. Так, ну, нам нужно разобраться с вот этим вот другом. Во, все, прекрасно нафармили. Прям минус одна команда уже отлетела. И мы сейчас с Бонни пойдем с вами зафармим быстренько ящики, так как Бонни у нас фармит прям шоколадно. Давай, ты разберешься с этим ящиком, я пойду фармить другие ящики. Да, молодец, молодец. Подбери баночку, чтобы не хватило урона. Во, вот так вот, идеально. Слушайте, быстро на банке выносит. Так, Бонни превращается у нас снова в пушечку. Бонни и Клайд. Во! Вот, ребята, то, что я и говорил. Так, подожди, драка. Драка 9-баночный. Так, драка нужно добивать. Где драка? Ну, попади, попади, попади. Минус драка. Ну и минус, конечно же, минус Барлейч. Итак, ребята, доделали мы с вами Бравл Пасс или нет? Смотрим. 6 квестов одновременно. И, как видите, у нас с вами не все так хорошо. Поэтому пойдем доделаем квесты и откроем сразу кучу призов Стар. Ну, друзья, мы с вами сделали нужные квесты. Я выхожу, забираю 2 приза Стар. Сразу эпически мне накидывает. Это еще не все, ребята. Вот. Еще один редкий. И, внимание, мы с вами заканчиваем путь Бравл Пасса. И, возможно, сегодня мы закончим с вами путь Стар. Ребят, все. 50 уровней мы собрали. Естественно, мы сейчас соберем кредиты, мы соберем с вами блинки, мы соберем еще кредиты, соберем скины на Сэнди, который мега красивый, ребята. Я себе его пока не продолжаем. Собираем еще один скин на Сэнди. 3 скина на Сэнди сразу. На самом деле, я не знаю, зачем добавлять 3, они все похожи, одного бы было достаточно. Мы с вами сейчас его выбираем, естественно, последний. Забираем титул себе «Вандал». И, посмотрите, у нас не собрано 25 призов. Это 25 призов Стар. 2 мы уже сегодня собрали. Мы можем, в принципе, сегодня собрать еще парочку, потому что сыграть еще 2 карточки, это будет 2 приза Стар, что очень хорошо. И это будет 4, 29, почти 30 призов Стар. А если мы с вами выполним квест, воспользуясь играть снова в режиме пейнтбой, они максимально затягивают нас в пейнтбой, там будет еще один пристар. Делать этот квест тоже, ребят. Ну, я сейчас пошел проверять свою удачу.
полностью открытие Бравл Пасса на аккаунте Путь Стар. Два бравлера до конца проекта. В прошлых Бравл Пассах мне выпадало по 3, по 4 бравлера. Возможно, сегодня это будет финал. Возможно, сегодня мы сможем закончить этот проект, и это будет просто легендарный момент. Если нет, то у нас есть еще и мегаящик. С мегаящика тоже большие шансы выпадения бравлеров, ребят. Так, пока что эпич мифический. Итак, есть шанс, что сейчас выпадет бравлер. Нет, нам выпадет гаджет. Нам выпадет гаджет на Сквика. Окей, тоже неплохо. Неплохо, но это не бравлер. У нас пока что был только один мифический престарт за эту серию. Один мифик. Был эпик и мифик. Сейчас мы делаем разминочку. Если выпадут кредиты, кстати, тоже неплохо. Кредиты могут дропнуться, и нам тем самым откроет бравлера. Так, на Чака. Сюда, давай. Кстати, нашли Чака, у нас же сегодня Чак продается в магазине, прям офигенный скинчик. Вот, акция 50%, если хотите, залетайте, можно купить вот этого петушару и можно купить вот этого Чака просто по кайфу. Так, поехали, 17 призов стар, в конце легендарный 100%. Мне интересно, смогу ли я достать еще один легендарный престар, доходя до конца. Так, эпик. Эпический, но с эпического нам не выпадет бравлер здесь однозначно. 21 уровень, давай, сразу Лего. С первого прокрута нужно легендарный престар. Это прям будет пушечка, сказка, песня. Представляюсь, некоторые открывать быстро, некоторые медленно. Может быть, их нужно открывать как монстра яйца. Вправо, влево, вверх, вниз. Нет, так не работает. В монстра яйца были секретные движения. Здесь у нас, в принципе, просто секретное нажатие в любое место, поэтому никак не влияет. 29 уровень. Пока что был только один мифический престар. Больше нам не насыпало. Неужели мы сегодня не сможем получить ни одного бравлера? Мне просто интересно, смогу ли я получить хотя бы одного? Ну, есть же вариант получить бравлера. И тогда на проекте останется один бравлер, блин. Или вообще нет. Так. Мифический. И... 500 монет, вы серьезно? Какие нафиг 500 монет? Второй мифический престар, и пока ничего сверхъестественного мы не выбили. Ни скина, какие-то значки, парочку выбили туда-сюда. Эпический у нас тоже очки силы. 41 уровень. 41 уровень. Лего нам пока что не выпало. Ну, легендарный престар, я имею в виду. Давай. 50 монет. Так, я верю, что должен что-то... Я верю, что должно что-то очень хорошее дропнуться. 47 уровень. Так, сверхредкий. У нас остается последний приз. Это легендарный, но я его пока не хочу забрать, потому что я хочу сыграть быстро две катки. Забрать два приза, вот те, которые нас ожидают. Итак, друзья, еще два приза стар я забираю. Это, кстати, еще не финал. Я обещал, что сегодня будет 30 призов стар. Смотрите, мы с вами два забрали. 2, 4. Дальше у нас с вами еще один приз стар намечается вот здесь. Случайный. Это 29-й и 30-й это легендарный. Ну, я надеюсь, что он сегодня что-то выдаст. Монет не было. И 500 кредитов. Ладно, это хотя бы что-то. Это хотя бы что-то. И у нас половина арти разблокирована. Но самое вкусненькое, ребята, это бесплатный мегаящик, который есть сейчас у всех на аккаунте. И мне интересно, что у вас выпало, потому что я посмотрю, что выпадет у меня сейчас. Бесплатный мегаящик. 3, 2, 1. 1000 кредитов, ребята, выпало. Серьезно? Мы разблокировали арти. Мы разблокировали арти. Это означает, что... До конца проекта Путь Стар остается всего лишь один бравлер. Вы серьезно? Подожди. Я думал, что сегодня после этой серии останется два. Ничего не поменяется. Но она выпала у вас последнего просто приза 500 кредитов и 1000 кредитов. И у нас остается просто виллу. Один бравлер до конца проекта. Ребята, это просто жесть. Фух. Смогу ли я собрать 1900 кредитов или выбить этого бравлера с вот этих, ребята, призов стар или мегаящиков? Вопрос остается открытым. Как вы думаете? Пишите в комментариях, ребят, потому что, ребят, ну серьезно, 20 мегаящиков. Один мы уже собрали. Останется у нас 19 мегаящиков, либо... 50, сколько там, 4 приза старт.
Один бравлер. Конец проекта. С вас лайк, подписка, колокольчик. Всех люблю. Пока.